Сейчас я установлю телефон. Не поддается он мне почему-то. Сука тоже лишился. И еще шматка волос, которого тоже лишился. По своему незнанию. Но ничего, это я оставлю на память. Супер. Мне, кстати, так даже больше нравится, чем раньше. Стало меньше волос, а там, куда я поеду, там жарко, плюс 40. Там тяжело будет. Ну что ж, я облегчил себе ситуацию. Давай волосы вперед, самолет в Египет. Полетели, полетели в Египет. Взять мою косу, которая у меня была, маленькая косичка, и связать, сохранить ее на память. Это уже вошло, так сказать, постоянную традицию, когда я беру большую часть своих волос и оставляю на память. Сначала их надо немножко вычесать. Я по жизни все время ко всему отношусь очень трепетно, очень бережно. И из-за этого часто страдаю, потому что когда я отношусь трепетно к друзьям, они оказываются предателями, когда я отношусь трепетно. К женщине она оказывается тоже не то, что представляет. В общем, по жизни я страдаю.
куплю себе тесак мясницкий. И если следующий момент меня познает цинично просит, то я ему отрежу яйца. Вычешу, и получится небольшой хвостик. На немножко ее машинкой подогнуть, чтобы не такая длинная была. Там никто не зашел? Нет, доча, тут я занят.